Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Zombie Battlefield Survivors. Итак, погнали смотреть, что игра из себя представляет. Запускаем и погнали. Так, у нас есть тут 5 карт. Ну давайте Westland, западные земли. Так, мы можем выбрать персонажа. Заключенный, ученый, регионер, армеец, обезьяна, робот. Так, агент Z. И мы можем вспомогательное оружие какое-то выбрать. Так, у нас пока только турель есть. Хорошо. Будем смотреть, поможет ли нам эта турель. Интересно даже будет. Так, окей. Это у нас какой-то, видно, рогалик-выживач. О, слушайте, ну, достаточно неплохо пока сделано. Так, я так понимаю, нам нужно мочить зомбаков и собирать с них тоже монетки, да? И потихонечку прокачиваться. Хорошо, патроны у нас, по-моему, бесконечные. И я смотрю, тут волны идут, да? Вижу, что идет таймер. Так, и какая-то прокачечка. Да, ребята, это у нас очередной такой экшен-рогалик. Так, удача Тесла. Блин, хотя можно было, наверное, ракету все-таки выбрать. Ну, ладно, прокачаемся. Какой-то баллон у нас такой на спине мощный. О, Тесла, да, нам чуть-чуть помогает. Так, ну единственное, хочу сказать, что зомбаки-то начинают меня прям немножечко прессовать. Так, ну посмотрите, в каком количестве они на меня прут. А монеток с них что-то не особо-то сыпется. А-а-а! Так, броник. Так, главное оружие, второй уровень. Давайте хотя бы пошустрее будем их долбить. Так, замечательно. А турельку мы на X можем ставить. Чё я ее не ставлю так? Она же нам помогает отстреливать этих уродцев. Так, а что у нас теперь по прокачке? О, дополнительное оружие? Серьезно? Так, а это что? О, нифига себе, смотрите. Воу, как громко-то. За мной теперь бегает вот такой дроид, у которого небольшая пушка установлена. Вот это нормальная помощь. Так, нам главное успевать отстреливать всех вот этих говнюков. Смотрите, они что-то начинают меня немножечко щемить. Ну, вроде пока не сильно. Но это все может измениться, потому что пока что у меня что-то как-то не особо быстро получается. Ай, блин, они еще умудряются меня коцать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, надо, наверное, тут немножечко шевелиться. Тесла, ракетница, воздушная. Так, нет. Все-таки, я думаю... Ай-яй-яй-яй. Так, надо... Ух ты, ракетница. Нормально так. Ой-ой-ой, как сильно-то она по ним долбит. Так, а там монетки даже появляются. Ох ты, нормально как, смотрите. Нифига себе. Вот это мощь. Так, ракеты второго уровня. Что самое интересное, если я жму на стрельбу, у меня персонаж идет в эту сторону, куда я стреляю. Я не могу просто стоять на месте и стрелять. С одной стороны, это удобно, но с другой нифига. Так что тут не всегда удобно. Так, 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 так. А мне еще показывается, видеть, куда-то я могу типа добежать. Так. Больше опыта. Второе оружие. Так, пока, в принципе... Ай-яй-яй-яй, не подходите ко мне. Не подходите, гаденыши. Так, и я могу куда-то, видите, мне показывает значок, что я могу куда-то бежать. О, там ящик, нифига себе, тут лут. Тут, оказывается, есть лут. Ага, тут было здоровье. Это хорошо. Да блин, гаденыш, как ты так близко подошел-то? Я вроде по тебе стрелял, а все равно... Меня зацепило. Так, а зомбаков-то начинает, смотрите, больше переть. Так, давайте турельку поставлю, пусть помогает мне. Так, еще очередная прокачка у нас. Дополнительное оружие. Третий уровень. Да блин, сколько вас тут? Очень много. Очень много и становится прям тяжело. Ну, кстати, смотрите, зато сколько тут монеток лежит.
ракетница помогает. Прям очень сильно помогает, если учесть, сколько тут монеток после этого появляется. Так, собираем, собираем еще одна прокатчика у нас. И, во, главное оружие — это третий уровень. Во, стрельба хотя бы побыстрее стала. Вот это уже лучше. Да блин, очень плохо видно врагов, какие лежат, какие упали просто. Иногда просто цепляюсь за них, они еще, зараза, не все падают. Иногда бывает такое, что они просто типа вроде бы падают, а потом чпок и идут дальше. И поэтому цепляют меня. Так, еще одна прокачечка у нас. Ракета третий уровень. Да откуда вы прыгаете-то из кустов? Прям что-то какое-то большое количество из кустов начинает переть. Так, дайте-ка я монеток тут подсоберу. Так, не подходите ко мне. Пока я собираю монетки, не смейте ко мне приближаться. Так, еще прокачечка. Специальное оружие 2. Давайте. Что за специальное оружие 2? Хрен его знает. Да блин, нифига, они, смотрите, становятся шустрее. Они реально становятся... Ай-яй-яй, нифига себе кусают. Кусают. Так, ну давайте пока тут побегаем, немножечко подсоберем. Че, может турельку поставим сюда? Пусть отстреливает этих уродов. Че, я ее не ставлю? Не знаю, я просто про нее постоянно забываю. А турелька... А че она так мало стреляет? У нее полоска маленькая, и все. У нее просто маленькая полосочка. Окей, так, что мы можем сделать? Давайте, может, Теслу прокачаем. Будет немножечко пошустрее. Долбить она у нас помогать. Да, еще и перезарядка тут иногда срабатывает. Это вообще не в тему. Очень не вовремя, так. Но я могу тут приближаться и еще себе монеток пособирать. Офигеть, тут просто смотрите, сколько монеток дофига. Которые я не успел взять еще. Ай-яй-яй-яй-яй, щемят, щемят зомбаки. Очень-очень сильно начинают щемить. Так, ракетница. Ракетница бы мне... А, давайте версия 4. Чтоб пошустрее на их долбило, их становится очень много. Их становится очень много. Ай, блин, они еще меня коцают прям. А ну-ка, пошли нахрен. Блин, вы посмотрите, какая уже орда начинает на меня переть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут прям надо очень-очень-очень аккуратно. Так, что-то с защитой надо делать. Так, отражение какое-то или что-то такое, хрен узнает. Что я взял? Да блин! Ай-яй-яй-яй, нифига... А, меня замочили! Меня замочили. Так, 7 минут мы продержались. Не сильно, в принципе, много, да? Так, и мы ничего, наверное, не открыли. Так, интересно, сколько мы сейчас сможем продержаться. Ну, где первые зомбаки-то? Сейчас будем как-то... пробовать повнимательнее и хотя бы чуть подольше продержаться. О, первая прокатчика, и мы берем специальное оружие. Так, ну турельку, я думаю, пока вообще нет смысла ставить. Так, я вроде уловил, как удобнее стрелять. Надо прямо именно следить за значком. Так, специальное оружие, дополнительное оружие. Так, блин, ну турельку реально еще рано ставить. Она вообще тут не в тему пока.
Вот как вы видите, я по ним, по некоторым стреляю, а они не всегда дохнут. То есть они пошатываются и потом встают заново. Тут надо вот с этим как-то аккуратнее быть. Так, дополнительное оружие. Нахрена я дополнительное оружие еще прокачиваю, если у меня основное оружие что-то как-то в жопе находится. Так, ай-яй-яй, кто-то меня успел коцнуть. Где-то кто-то меня успел коцнуть, к сожалению. Да нифига себе, да дохните. Да, турелька моя долго восстанавливается. Быстро я ее ставить, к сожалению, не могу. Так, следующая прокачка. Что нам? Тесла. Дополнительный. Магнит. О. Магнит, кстати, вообще в тему. Хотя бы все монетки будут ко мне. Пошел. Да блин. Еще попробую. Смотрите, я по некоторым чувакам даже нацелиться не могу. Нормально, тяжело. Блин, мне бы ракетницу. Дайте мне ракетницу. Как в прошлый раз. Так, и чё? Воздушная атака? Что за воздушная атака? Ну-ка. Это интересно. Блин, коцнули? Так, а как мне дожидаться воздушной атаки? Да блин! Во, начинается воздушная атака, только она что-то начинается. А, нормально, нормально она начинается. Во, главное оружие. Слушайте, воздушная атака долго происходит. Долго ее приходится ждать, но она эффективна. Причем даже... Так, воздушная атака второго уровня. Давайте. Нормально, слушайте. Прям очень действенно. Ай, блин, говнюк, подкрался-то. Прям быстро как-то подкрался. Да блин, вы видели, они как выходят из травы? То есть неожиданно где-то появляются. О, еще одна атака идет, а монеток-то хрен да ни хрена с них. Чё-то в этот раз монеток очень мало сыпется. Так, но все равно прокачку мы нашли. Так, главное оружие, хорошо. О, а мы тут, оказывается, все-таки на Shift еще можем быстрее бегать. Хотя толку это вообще вот абсолютно никакого нам не дает. Мало, короче, толку от того, что мы можем быстро бегать. Потому что, ну, бегать тут будем реалистами вообще неудобно. Так, ага, у нас есть... ящик. Давайте к нему попробуем. Все-таки... Да блин, они меня цепляют. Короче, прям, если даже просто тупо дотронуться до врага, то я теряю жизнь. Это пипец. Нехорошо. Это очень нехорошо. И что мне дадут? Какую-то звезду дали. Хрен его знает, что это за звезда. Восстанавливает 20 очков жизни. Да это вообще шляпа. Не, главное оружие. Во. Сейчас я могу нормально стрелять хотя бы. Сейчас буду потихонечку вот так вот отстреливать и убегать. Так, больше опыта на 10%. Больше опыта. Я даже не знаю, стоило ли брать это такое. Мне бы, блин, чем-нибудь посерьезнее. Чем-нибудь такое, типа... ракетным ударом помощнее. Во, ракетный удар был, но не так, как я хотел. Так, что нам дадут? Удача. Плюс 10 открытия какой-то карты. Серьезно? Ай, блин, меня тут коцают. Какая нахрен карта? Так, надо как-то пробегать. Надо как-то пробегать и убегать. Убегать подальше, где еще нет столько зомбаков. Так, отстреливаем сначала тех, кто близко прям. Где мой дроид? Так, мне бы сейчас по-хорошему не помешала бы турелька.
Так. Эй, ребятушки, откуда у вас столько взялось-то опять? Что-то их опять прям как-то много начинает меня щемить. Я понимаю, что там есть монетки, но, блин, так. Тесла новая. Какую-то пилу экипирую. Так, а еще у нас появился еще один ящик. Давайте-ка туда сгоняем. Ну и по дороге, соответственно, потихонечку валим немножечко зомбарей, насколько это возможно. Блин, а карта-то здоровая. Она, получается, не проталкивает то, что у нас было сзади. Соответственно, все эти монетки к нам близко не приходят. Так, жизнь, отлично. Мы открыли немножечко жизни. Хорошо, сейчас будем собирать монетки, которые вот тут у нас остались. Это у нас прокачечка тоже все-таки какая-то никакая. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Блин. Да отвалите. Блин, а где мои ракетницы-то? Подождите. Я прокачивал ракетницу, которой, блин, ни хрена что-то не вижу. Где авиаудар-то? О, я увидел диск летающий, наконец-то. Редкая штуковина. Походу, блин, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ай, блин, ни хрена себе кусают. Ни хрена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было опасно. Вот это прям было опасно. Вот это поджимает прям очень сильно. Специальное оружие версия 3. Вот сейчас авиаудар нужен как никогда. Где он нахрен? Где просто этот гребаный авиаудар? Да блин. Где гребаный авиаудар? Я вообще не понимаю, кстати, сколько мне надо продержаться тут. Просто какая-то жесть. Авиаудара, короче, что-то нету. Ой! Нифига себе, тут забор. Ай, блин, нифига, смотрите, зомбари, бегунки появились. Вот это мне не нравится. Когда появляются такие зомби, это плохо. Это... не, ай, блин, не есть хорошо, нифига себе. Так, мне что-то как-то это нехорошо тут. Нехорошо становится. Густая очень трава, и я тут очень мало вижу врагов. Блин, так, а я... о, я уже почти 10 минут продержался. Но это ни о чем не говорит, потому что, блин, зомбарей меньше не становится, а только больше. И очень много вот таких вот стало. Очень некамильфошных бегунов. А их еще в траве очень плохо видно, как я уже сказал. Да, блин, попади еще по некоторым. Блин, монетки почти не собираются, потому что подойти нормально не могу. О, прокачечка. Ракеты. Так, появился ящик. Сейчас будем пробовать из него забрать что-то. О, звезду какую-то забрал. Так, и чё главное оружие? Урона и скорости.
Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, нифига себе, вот тут неудобно с этой стороны вообще смотреть теперь. Ай, блин, все равно коцают. Ой-ой-ой-ой-ой, откуда вас столько? Вай, все. Все, меня завалили. Да нифига ж себе. Но это было прям очень сложно. И, кстати, смотрите, мы набрали какую-то сумму с вами. Давайте посмотрим, может быть, мы сможем открыть что-то. Нет. Нифига, и мы еще никого не открыли. А для чего мы монет собираем вот такие суммы, типа? То есть мы купить-то это не можем ничего, да? Блин, это обидно. Сколько надо собрать, непонятно. Ладно, давайте еще один последний забег попробуем. Просто ради интереса. Больше 10 минут. Ай, блин, зачем я поставил? Нечаянно нажал и поставил. Так, блин, еще гаденыши. Не со всех у нас падают монетки. И в густой траве, конечно, блин, вообще не кайф бегать. Надо куда-то, наверное, выходить. Так, что мы? Специальное оружие. Воздушную атаку. Выберу воздушную атаку. Пускай будет. Так, и валим пока куда-нибудь, где нас видно будет. Где нас будет видно. А нас ни хрена тут почти не видно. Ни на одном пятачке. Да, это все круто, но, блин, воздушная атака. Их сколько всего-то? Прям чуть-чуть будет. Так, монетки. Мне нужны монетки. Почему с этих зомбарей очень мало монеток начало сыпаться? Такое ощущение, что с каждым уровнем что-то их все меньше и меньше. Зомбарей-то меньше не становится, а вот монеток с них прям очень мало стало. Что-то как-то не то. Не нравится мне такой расклад. Так, еще прокачечка. Главное оружие — ракеты. Конечно, беру ракеты. Ракеты меня спасали не раз. Так, каждую монетку тут надо теперь собирать, блин. Они как на вес золота тут. Вот еще одна прокачечка. Так, ракеты, больше урона. Главное оружие, давайте больше урона. Я, конечно, понимаю, что ракетницы нам тоже нужны. Ну, ай, блин, в куст... Вот вы видели, в траве. В траве запрятались так, что ни хрена не видно становится. Так, ну идите сюда, я буду тут стоять, блин. У меня там хотя бы турелька немножечко защищает. Все, турелька накрылась медным тазом. Так, давайте магнит возьмем, чтобы хотя бы чуть-чуть монетки прилипали ко мне. А то что-то прям в упор к ним подходить тоже не очень удобно. Блин, еще бы как-то прицел получше бы работал, был бы вообще кайф. Но, видно, может быть специально так и задумано, чтобы мне ни хрена проще тут не было. Так, еще прокачечка. Главное оружие, дополнительное оружие. Так, давайте дополнительное оружие, пусть будет. Я пока к ящику. Ай, блин, где меня там куснули-то? Где меня там успели куснуть? Даже никого не видел. Так, о, магнит. Это типа перчатки в других играх. Так, специальное оружие. Хрен его знает, что за специальное оружие. А магнит что, типа не вечный, что ли? Это временная типа акция. Типа пробежаться можно и собрать, да, все, что есть, да? Ну, конечно, я пока бегу, блин, тут собираю все. У меня... Так, воздушная атака. Короче, я пока собираю. У меня жизни теряются. Жизни тут собрать, блин, можно только
при прокачке, либо в ящик найти. Это тоже нехорошо. Блин, этот робот меня немножечко напрягает. Он меня отвлекает, и у меня такое ощущение, что рядом со мной враг. Так, воздушная бомбежка. Замечательно. Так, восстановление 20 очков, либо главное оружие. Так, главное оружие. Так, немножечко побыстрее. Хотя бы мы начали стрелять. Так, замечательно, куча монеток. Будем вот тут стоять, чтобы хотя бы видеть все, что есть. Так, турелька, давай, защищай меня. Так, еще прокачечка, ракеты второго уровня. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нифига себе копсы как. Так, опять их становится много, а у меня турельки нету. У меня нет турельки, я сейчас хрен убегу. Мне, короче, надо только продалбливать. Как-то путь, 65 остался. Так, а я же могу, получается, немножечко вот так пробежать к ящику. Вот так вот прям, нифига себе протопил. Ну и монетки потихонечку пособираю. Так, восстановление здоровья немножечко взял. Пусть будет так. Ай, блин, и нахрен. Так, ну у меня хотя бы сотка. Теперь есть немножечко больше шансов, что я продержусь. А робот вообще еле ходит, короче. Тяжело ему до меня добегать, если я особенно далеко убежал, прям. Ой-ой-ой, так, ракетницы помогают. Реально, прям, слушайте, прям тема ракетницы. Еще бы они поактивнее долбились бы. Потому что куда-то вдаль в основном улетают, туда, куда вот вообще не надо. Мне надо, чтобы... Ай, блин, зараза. Ай, зараза. Турелька, турелька, турелька. Так, 6 минут я уже продержался. Если еще 5 продержусь, это будет уже рекорд. Так, я могу... Главное оружие — ракеты. Могу ракеты еще прокачать. Главное оружие. Блин, еще бы быстрее. Еще быстрее. Еще бы быстрее. Немножечко стрелять. Блин, монеток столько. Но не могу их взять там. Просто тупо не могу их взять, потому что не могу к ним подойти. Да что такие быстрые-то? Да отвалите, отвалите. О, так. Так, пила. Либо главное оружие. Главное оружие. О, еще быстрее. Еще быстрее. То, что мне было нужно. А, блин, тяжело-то как? Тяжело. Так, главное оружие еще.
Ой-ой-ой-ой-ой, как тяжело-то стало. Даже, слушайте, с таким даже оружием тяжело отбиваться. Потому что прям зомбари овер до хрена становится. Так, дополнительное оружие версии 2. Ай, блин, да все равно у меня умудряются как-то коцнуть. Потому что уже... А, чуваки-то бегать начинают. Да куда вы меня кусаете-то? Девять гребаных минут. Мне хотя бы еще побольше чуть продержаться, на рекорд пойду. Пойду на рекорд, если выживу. Видите, что происходит-то? О, я до босса дошел. Смотрите, какой путь там был. Здоровый такой толстяк. Это все классно, что вас так много становится. А как мне монетки-то собирать? Я даже подойти не могу. Вот прям по копейкам, можно сказать, собираю. Нахрен, блин, меня замочили. Эх, ну все равно, ну 6000 токенов. Короче, видно, я смогу потратить токены только когда пройду уровень, к сожалению. По-другому никак. А, подождите, назад. Тут стор есть, магазин. Вот, мы можем купить. Так. Дрона, супер чоп, хочу супер чоп, какой-то супер кулак. Так, и, блин, кого бы взять-то? Робота. Плюс 20 к скорости, к пикап, жизни, плюс 20 к опыту. Блин, и да тут, в принципе-то, выбор небольшой. Выбор небольшой, и... так, давайте солдата выберем, и вот купим, наверное, вот так вот. Дополнительно, давай хотя бы попробуем. Хочется уже хотя бы один уровень-то пройти. Так, суперчоп. А, ну спешил, типа я могу... Дрон, турель... О, ну давайте вот это вот огонь выберем. А, блин, а чувачка-то я не взял, подождите. Подождите, я же хотел другого персонажа-то взять. Где он у меня? Где мой чувачок? Вот так вот. А, нифига себе, у меня два помощника. Е-бой. Вау, а что-то громко. А что-то громко. Так, а эти чуваки будут, интересно, собирать монетки тоже? Так, ракеты качаем. Если бы они еще монетки собирали, было бы вообще кайфово. Ну, вероятно, они там просто стоят. Слушайте, ну они хотя бы убивают. Нифига, слушайте, но у них выстрелы прям очень громкие. Что очень странно. Ладно, блин с ним. Они мне помогают и все. Так, у нас есть специально какое-то огненное оружие, которое мы можем попробовать потом использовать. Так, удача. Дополнительная пушка. Этот дроид у нас бегает. Да блин, ни хрена себе, да что это за звуки такие? Ужасно громко. Тут
по сути, таких звуков быть не может, потому что я выкрутил все на минимум. Откуда так громко такой звук берется? Ни хрена не пойму. Ну ладно. Допустим. Сделаем вид, что так должно быть. Так, так, специальное оружие. Либо главное. Нет, давайте главное оружие прокачаем. Хотя бы немножечко пошустрее у нас будет наш персонаж стрелять. А то меня что-то начинают щемить уже потихоньку. Походу ракета подмечена. Хотя нет, это мои чуваки так стреляют. Так, ракетницы. А, нет, это ракетницы. Только почему они так громко стали долбить? Непонятно, что-то какой-то баг со звуком, видимо. Так, что нам тут дадут? А, главное оружие, конечно, качаем. Не, чуваки нормально, кстати, защищаются-то. Хотя мы только 2 минуты с вами долбим. И особо пока нас не сильно прижимают. Но это может быть заслуга как раз вот этих двух чувачков, которые мне очень сильно помогают. Хотя они могут, наверное, и сдохнуть. Очень сильно громко. Так, главное оружие еще больше качаем. А мы еще даже ни разу не использовали наше какое-то секретное оружие, которое я купил. Так, монеточки, монеточки. Блин, там дроид в кустах бегает. А я очкую ходить, потому что мне кажется, что там зомбарь полезет. Так, защита, давайте. Защита никогда не повредит. Я уже тут понял, что защита именно в этой игре тоже играет большую роль. Да что ж там так долбит-то? Почему так громко? Почему так очень громко? Попробуем нашу хрень. О, это огнемет. Это огромный огнемет. Это просто всех сжигает, что ли? Офигеть, да. Прикиньте. Прикольная тема. Так, а на бок ящику, кстати, сгонять что-то мы и не ходили даже к нему. Магнитик. Так. Оп-оп-оп, магнитик действует. Так, главное оружие еще качаем. Что, ну сейчас мы, походу, это самое. Затащим, мне кажется. С такими силами у меня 2 чувака. Так, магнит можем прокачать. Так, не, главное оружие. Ну что, да ё-моё, я сам как турель теперь. Чувака у меня тут долбит вообще. Как зенитное орудие, блин. Что мне теперь зомбаки, по сути, могут противопоставить? Смотрите, что тут происходит. Я просто вот так вот косить могу их. Так, ну что еще? Главное оружие 8. Еще быстрее. О, блин, все. Зомбакам хана. Вот прям сейчас можно сказать, вообще хана. Даже бегункам этим сейчас мало не покажется.
реально успеваю. Слушайте, всех. Один. А где мои? Где мои чуваки? У меня же карты нет, я же их не вижу. Так, ну что, еще будет прокачка? Нет, ракеты только. Ладно, давайте ракеты. Я уже думал, автомат еще смогу прокачать, чтобы он вообще прям струей из патронов хреначил. Бесконечный. Ой, сколько тут монеток-то, нифига себе. Просто ходи и собирай. Я уже понимаю прокачку. Прям по-серьезному. Ой-ой-ой, поджимают. Поджимают. Так, специально. Так, давайте пилу тогда. Так, а я что-то не понял. Какая тварь меня... Какая тварь посмела до меня дотронуться? Нифига себе. Какая-то тварина сумела ко мне чуть-чуть подобраться и все-таки немножечко коцнуть за все это время, за 7 минут первый раз коснулись меня. И то это из-за того, что, блин, я пока там думал насчет огнемета. Пошли вон, дайте монетки собрать. Так, не понял, а ко мне чуваки-то мои придут? Где они вообще? Я что-то не совсем понимаю, где мои кореша. Где мои кореша, которые там как из ракетницы полили. Так, о, главное оружие еще. Еще мощнее, ребята. Да ё-моё. Оно и быстрее заканчивается. Быстрее заканчивается. Так, дополнительное оружие теперь качаем. Так, мне типа бегунов надо первым делом вот этих вот долбить. Ой-ой-ой, нифига, вы хотите сказать, что вы меня и с этим оружием тоже защемите? Да я вас не вижу, и твои уроды. Да охренеть, слушайте. Ну, это уже жесть. Даже я так уже не могу справляться. Защита немножечко. Ну прям очень много становится. Очень много и со всех сторон. Со всех сторон, причем бегущие. А с бегущими, как вы видите, блин, проблемно справляться. Я же еще тут в этой траве не вижу ни хрена. Очень много не вижу. Очень много не вижу. Поэтому сейчас я буду потихонечку дохнуть. О! Ну какая-то ракета, что ли? Так, еще и магнит. Еще и магнит. Так, жизни мне не нужны. Дополнительное оружие. Ай-яй-яй, да блин. А что-то с огнеметом-то не есть тоже хорошо, потому что я очень много перестаю видеть. Так, удача.
карты. Так, здоровье. Ракетница, конечно. О, слушайте, ребята, я на рекорд иду. Да развернись ты, дурак. Я же не вижу так ни хрена. Опа, опа, все. Я трупешник. Ребята, я трупешник даже с таким оружием. Потому что... Ну, я один до 11 минут дожил. Это уже о чем-то говорит. Все-таки... Немножечко проще. Блин, ну, конечно, в таких кустах... не варик вообще отбиваться. Еще такое количество. Я понимаю, что у меня уже автомат как просто турель работает. Причем как бесконечная. Почти что. Ну, блин, я не знаю, сколько тут надо продержаться, по сути-то. Тут может быть еще одну минуту, может две, может 200. Видите, что происходит? Вот как тут? Как там? Как там прожить? Вот видите, я не вижу абсолютно ни хрена. Вот кто тут в кустах есть, кого нету. А там, подождите, там какой-то типа... Блин, падла, там значок был, там босс, походу, был. И, наверное, если бы я бы его убил, то бы, наверное, уровень был закончен. Что ж, ну, достаточно неплохо сделано. Немножечко так дешевенько, но все равно, видите, мы можем покупать. То есть, вот так вот всех почти купить. Соответственно, потом выбирать и... Копить денежки, прокачиваться дальше, дальше и дальше. Вот такой вот у нас зомби-экшен-рогалик. Достаточно неплохо сделанный. Так что, кому интересно, можете поиграть. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.